мы по ошибке приехали во второй терминал, и вот на таком трамвайчике, очень мимично, едем до терминала первого, бесплатно. Очень приятный аэропорт Ниццы, терминал один, а второй вообще такой хай-течный. Рядышком Шератон, Ричарда Орлинского обезьяна. В Сент-Тропе видели магазин всех этих обезьян и пантер. Немножко против солнца. Прилетайте в Ниццу. В Ницце круто. Очень интересный формат здесь еды. Self-service. Все на вес, но зато не сэндвичи, потому что уже сэндвичей было много. Можно взять и вот и овощей, и разных таких штук. Очень круто. Это в первом терминале мы. Всякая такая вкусняшка. Очень классная кафешка. Я такие кафешки люблю. И вот мы взяли вот такие вот наборчики. Всего лишь 28 евро. Супер. Потому что мы свою еду забыли в гостинице.